2 апреля 2023 года в 18:13 в полицию Василеостровского района Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25, произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб. Им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. Понимаешь, за что задержана? Понимаю. За что? Я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Что ты сделала? Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась. А кто тебе передал эту статуэтку? Можно я попозже расскажу? По подозрению в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга сотрудниками Следственного комитета России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершенного преступления. Следствием будет решаться вопрос об избрании Треповой меры пресечения. Кого ждали? Питалева, Видно, Миша, все, видно. Будку видно, оптику видно на будке и кабину. По спискам, я думаю, что вы мне поможете в этом, для того, чтобы все могли получить достойную компенсацию. Сегодня общество консолидировалось для того, чтобы защитить свою страну. Они собираются, они ищут решения. Часть из них едут на фронт добровольцами, часть из них несут нужную информацию для населения. И Владлен Татарский был человеком, который пытался консолидировать общество для борьбы с внешним врагом. А воюет с нами Украина, воюет с нами коллективный Запад, НАТО, огромное количество стран. Это та сила, которой мы должны достойно противостоять.